Здорово всем! Сейчас будем тестить арму на Core i7 и видюхе 7670 Radeon. Еще так 46 FPS. То есть текстурки надо затянуть. Да, неплохо, неплохо. Отражение солнца. СССР, смог. Опасно. Прикольно. Все подписано. Так, звук убавит немножко. Я не вижу. Так, автозависание включу. Чтобы не улететь случайно никуда. Ну, все плавно вообще. Пилоты видно. Плюс 40 FPS. Так, кабина. Стекло типа запачкано. Да, нормальная текстурка. Вот здесь только лесенка и все. Так нормально. Приборная панель. Ночь. Контур. Все читаемо. Скорость. Высота. Метры. Подъем, спуск. Да, все четко. 100 градусов, двигатель. Руки так себе, пойдет. Четкость нормальная. 60 FPS. Так, постреляем. Так, сейчас ручной режим у меня. Снимем. Так, автозависание выключить. Вообще прокачивает конкретно без лагов. Это причем с патчем на графику. Cold War Rearmed патч.
четко. Так, короче, настройки видео. Качество вообще высокое. Разрешение родное. Так, тут все нормально стоит. Отключен только антиалиазинг и тени. Что FPS будет проседать, если тени включить. Тут такой движок, особенность. Вот, и постобработка, то есть это мыльное кинцо отключено. Вот, то есть высокое поставить, мыльное кинцо будет. Вот сейчас будет это видно. Вот, сразу FPS упал, ну и смысла нет вообще. То есть сейчас замылено. Вообще никакого смысла. Просто обработку отключаем и все сразу гладко идет. Вот все, идеально. Все прокачаю. Текстурки неплохие. Даже видно швы. Так, сейчас автозависание. Так. Вот. Штампованные швы на стыках. Так, сейчас будет видно. Вот. Детали, когда собирают друг с другом, вот швы видны. Четко. Прокачивают. Деревья, нормально все. Туман. Нормально вообще. Так, оружие сменим. Дым, все дела. Ну-ка, видно ли, как вылетает? Вот. Так, ракета. Не очень, конечно. Вот, нет. Надо разбиться. Выключу двигатель. Жесть. Все. Давайте. Пока.